В рамках программы «Поддержка талантливой молодежи» на втором этаже картинной галереи открылась мини-выставка выпускницы Ивановского художественного училища имени Марка Малютина Дарьи Зерновой. Рисованием Даша увлеклась еще в детстве, поэтому поступление в детскую художественную школу города, а затем и Ивановское художественное училище было вполне осознанным шагом. В этом году Дарья стала дипломированным специалистом. В качестве профессии она выбрала графический дизайн. Выставка «Креативное пространство» – первая персональная выставка молодого художника. На ней представлены графические работы автора, выполненные в разных техниках. Поздравить Дашу и пожелать ей дальнейших творческих успехов пришли родственники, ученики и преподаватели детской художественной школы. Автор не скрывает, что очень волновалась перед вернисажем, ведь это пока ее единственная выставка, на которой она представила свое творчество широкому кругу зрителей. На выставке «Креативное пространство» я представила фактурные печати, монотипы, печати, гравюры на картоне, цветные и черно-белые, и также гротаж или же по-другому воскография. Если печать на картоне, на гравюре, то на картоне надо вырезать все элементы, если же монотипы, то нужно раскатывать краску вот на гладкой поверхности, там, вот, например, в стекле. Потом сверху карандашом, собственно, рисовать там, ну, например, деревья, то есть зеленая краска, потом уже повторно другой цвет, и так вот накладывать. Студенческий ужин, расскажите, Даша. Какой у вас был студенческий ужин? Ну, студенты очень много учатся. Тем более, так это художественное училище, мы проводили там большую часть дня, сидели, рисовали. А тем более художник должен рисовать на голодный желудок. На сегодняшний день девушка в статусе свободного художника, но планирует устроиться по своей специальности. Светлана Баварская, Виталий Узгринко, телеканал «Фурманов ТВ».